Здравствуйте, вы смотрите программу «Неделя спорта». Я ведущий Роман Полинсков. Как обычно, в это время на телеканале «Универ ТВ». Как обычно, годная подборка новостей из мира студенческого и мирового спорта за прошедшие 7 дней ждут вас прямо сейчас. Начинаем. Сегодняшняя программа будет практически полностью посвящена футболу, но прежде чем мы дотронемся до этой темы, поговорим о баскетболе, а именно о Кубке Европы, который 10 октября прошел в баскет-холле, где местный «Уникс» встречался с командой «Ритас» из Вильнюса. Подробности в репортаже Софьи Чугуновой. Второй еврокубковый матч в сезоне продолжает победную серию казанского «Уникса». На этот раз к нам в гости приехала легендарная команда из Литвы, с которой казанцы в еврокубках еще ни разу не встречались. Литувас Ритас. Вышел «Уникс» на паркет в обновленной форме в стиле милитари. Литовцы же были облачены в белоснежную форму. Однако вышли потом названием «Ритас». И в отличие от своих российских соперников, стартовый состав не был похож на заявку клубов NBA. Почти все игроки – уроженцы Литвы. Первыми на паркет от «Уникса» вышла привычная компания Трентон Локет, Джамар Смит, Морис Ндур, Максим Шеликета и Пьерри Хенри. Начало матча выдалось довольно напряженным. Две минуты команды атаковали друг друга, литовцы жестко встречали хозяев площадки под кольцом. Очередная такая встреча вылилась в штрафные, которые отлично реализовал Морис Ндур. Затем безрезультатная атака от гостей, теперь уже Джамар Смит заколачивает двоечку. Радостный «Уникс» побежал к себе в зону, где и почувствовал амбиции Ритаса. Миндаугас Гирджунас забрасывает трехочковый, тем самым сокращая расставание до одного очка. А затем Шеликета фолит, и литовцы забрасывают штраф. Мяч 4-4. Казанцы бегут в атаку. Высоченные латвийцы не дают возможности для Пьерри и Хенрик забросить сверху, и тот подает низом мяч на Смита, который превращает этот пас не только в красивый, но и в результативный. На радость литовским болельщикам Ндур фолит. Сили забрасывает оба мяча. На этот штрафной форвард «Уникса» Максим Шеликета забрасывает трешку. Было видно, как тяжело обеим командам. Постоянно кто-то фолит, кто-то падает. Великое множество быстрых контратак выматывает всех без исключения. «Уникс» совершает все больше и больше ошибок, которыми пользуются гости. Закончилось в окружительной четверти со счетом 19-20 в пользу Ритаса. Вторая четверть начинается с атаки литовцев, однако Маколум крадет мяч за дугой, вырывается вперед, его преследует форвард Ритаса, и еще на взлете Маколум его сталкивает с траекторией. Мяч потерян, гости снова в атаке. Клименко фолит, и счет становится 21-23. Но Артем исправляет свою ошибку и сравнивает счет из-под кольца. Маколум делает счет в пользу казанцев 25-23, но Клименко вновь шалит нервы, и он фолит, позволяя гостям выйти вперед. Пусть бесчисленное количество фолов от обеих команд, «Уникс» вновь ведет в счете 34-31. Сразу же после забитого мяча в корзину гостей, Трент Локет крадет мяч на вбрасывание и изящно забрасывает двоечку. Зал разразился овациями в честь хитроумного Локета. «Уникс» продолжает увеличивать разрыв по очкам благодаря Шеликета, который опять забрасывает из-за дуги. На перерыв команда уходит со счетом 41-32. Третьи и четвертые четверти прошли по единому сценарию. Команды бросали неточно, мяч отскакивал в контратаку, «Уникс» забивал, Ритас промахивался. Исход матча решился в последние 10 минут, когда на табло горели 61-54 в пользу «Уникса». Ритас чаще теряет мяч, и в одной из таких потерь Локет делает похороны Ритасу 78-66. Но не обошлось без потерь. Максим Шеликета фолит пятый раз и уходит с паркета. «Уникс» выиграл четвертую четверть со счетом 28-21, а заодно игру со счетом 86-73. Софья Чугунова, Виктория Степина, «Неделя спорта». Итак, мы продолжаем программу «Неделя спорта» и будем мы вновь говорить о нашем великом и могучем футболе. И сегодня со мной в студии капитан сборной Казанского федерального университета по футболу Владислав Коплунов. Влад, большой тебе привет. Тебе тоже, Ром. Поздравляю с первой победой в сезоне над медицинским университетом и по горячим следам. Давай об этом матче. Ну, матч получился намного легче, чем мы могли себе предположить. Мы хотели взять эти 3 очка, мы их получили. Получилась отличная игра, мы играли в атаку. Правда, пропустили очередной гол с пенальти, обидный. Но в целом игра понравилась. Забили много голов. Надеюсь, такая голевая серия у нас продолжится и в следующем матче с «Энерго». Хорошо, вот с пенальти. Вот у нас явные проблемы, у нас практически в каждом матче пенальти в нашу сторону летит. 2 раза привез Бертран. Да. С ним были какие-нибудь разговоры по поводу этого? Ну, мы в перерыве поговорили так с ним, но... Как-то это больше получилось, наверное, такой разговор шуточный, потому что ему со всех сторон говорили, он так, можно сказать, не понял, что ему объясняют. Но в целом, я думаю, мы еще раз поговорим, чтобы в своей штрафной он играл более аккуратно, и думаю, все получится у нас. Хорошо. А правильно ли было перестроение вашей сборной со схемы 4-5-1 на схему 4-4-2? Ну... Просто мы, наверное, играли с медицинским университетом, который менее нам мог что-то
противопоставить, чем другие команды, и поэтому мы решили сыграть более в атаку с двумя нападающими, что привело свои плоды, мы забили 4 гола. Хорошо, мы уже от многих услышали мнение по поводу нашей команды, теперь мнение капитана. В прошлом сезоне мы смогли отобрать очки как и у КАИ, у Павловской академии, у КХТИ брали очки. С медиками, правда, не очень хорошо получилось. Да, как у них сейчас с архитекторами, ничего сыграли. Да. В этом сезоне что не так? Ой, ну, начало сезона, конечно, у нас не лучше, но, возможно, это как бы в некотором плане несыгранность команды. Во многом, как с КХТИ, это просто невезение. Мы должны были одно очко брать 100%. Ну, в матче с первыми, думаю, это несыгранность, потому что у нас не было такой целостности в игре. В матче с Академией, конечно, ребята все подготовлены, более как бы на данный момент, чем мы. Но в будущем, я думаю, у нас все получится, потому что на самом деле у нас ребята все техничные, все более-менее на данный момент физически в хорошей форме. И я думаю, у нас все получится в будущем в первом круге хотя бы завершить на достойном месте. А вот скажи, пожалуйста, потеря на поле такого человека, как Антон Тимохин, как-то сказывается на вашей игре? Где он больше вам помогает, на поле, в центре защиты или все-таки на бровке? Ну, Тимоха, Антон Тимохин, такой человек, который, можно сказать, закроет любую позицию в обороне. Он сможет сыграть как в центре, так и с краю. Ну, из-за его, так сказать, небольших физических параметров, он будет лучше смотреться на бровке. Ну, я скажу так, что он хорош как и на поле, так и за его пределами. Он поддерживает команду, он помогает нам, расставляет у каждого позиции, кто где играет и так далее. То есть везде полезен такой человек. Хорошо, поговорим еще об одном негабаритном игроке – Денис Давыдов. Через него очень часто начинаются атаки. Почему? Ну, Денис Давыдов, он техничный, он быстрый защитник. Да, и он может быть полезен как полузащитник, то есть игрок, который может и обыграть день справа в защите, и прокинуть мяч вперед, отдать хороший пас, и, да и сам убежать. Ну, в конце матча было интересно наблюдать, как вы уже просто его доводили до штрафной площади соперника и давали ему мяч пробить. Да, только не получилось у него забить. Моменты 2-3, наверное, у него было хороших, где прямо он с ударных позиций бил. Ну, не повезло, надеюсь, повезет в следующей игре, завтра. Хорошо, раз переходим к следующей игре, завтра соперник Энергетический университет. Что по нему можем сказать? Ну, тоже команда, хорошая команда, хорошо подготовлена физически, технически. Последнюю игру мы у них выиграли 3-0, это тоже было на КАИ Олимпии. Ну, я считаю, что это игра такая до первого гола. Кто первый забьет, у того и будет преимущество, и тот, скорее всего, доведет матч до победы. Поэтому нужно как бы начинать играть с начала матча, быть полностью сконцентрирован в каждом моменте и просто взять 3 очка. Ну и так как мы заговорили о этом матче, предлагаю для вас, зрители, освежить в памяти турнирную таблицу на данный момент. На первом месте Павловская академия спорта, у них хватило 15 очков. На втором месте КНИТУ КАИ, у них 9 очков. И вместе с ним второе место делит КНИТУ КХТИ, также 9 очков. Казанский федеральный университет находится на 5-м месте, у нас всего 3 очка. Казанский энергетический университет на 4-м, у них тоже 3 очка, но по разнице мячей они нас все-таки опережают. По раскладке турнирной таблицы, что можешь сказать? Да. На данный момент. Понятно, неприятно такое смотреть, что мы на 5-м месте. Да, конечно. Но я считаю, что этот расклад временный, 100% временный, потому что мы поднимемся. Я гарантирую это, что мы поднимемся. Как минимум, первый круг мы должны заканчивать и 3-4 место, если получится. Для этого, то есть, нам надо выиграть желательно все остальные игры. Ну, в принципе, завтра такой соперник у нас, который делит с нами турнирную позицию, и мы обязаны брать свои очки в этом матче. Естественно, верим в вас, надеемся, то, что все будет хорошо. Друзья, прямая трансляция завтра в 2 часа дня по московскому времени в нашей группе ВКонтакте. Матч Казанского федерального университета против Казанского энергетического университета. Обязательно приходите, смотрите, и приходите еще на поле смотреть. Конечно. Да. А вопрос следующий по поводу мини-футбола. Кубок университета по мини-футболу, его новый формат проведения, что можешь об этом сказать? Ну, формат, так сказать, очень удобный в плане того, что
на каждой неделе мы будем наблюдать игры в университете по мини-футболу. Будет собирать очень, наверное, как я надеюсь, очень большое количество народу. И растянет удовольствие до 5 декабря, до финала, где, надеюсь, сыграет моя команда мини-футбольная. Это эконом, да? Да. Да кого в финале хотите? Ну, хотим реванш из Института социально-философских наук. Для вас, зрители, сразу скажу то, что Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций попадает сразу в 1/4, так как они победители прошлого сезона. Мы финалисты. Да, экономисты у нас финалисты данного турнира, но, увы, такой статус не дает никаких поблажек. Да, да, к сожалению. Да. Ну, поборетесь, получается, за кубок университета, а в дальнейшем уже и за суперкубок попытайтесь его вернуть себе. Да. Да. Очень большое желание у нас выиграть все университетские соревнования в этом году. Требл взять, да? Да. Хорошо. Могу только пожелать вам удачи. Спасибо. А Владислав Каплунов, капитан сборной Казанского федерального университета по футболу, да, был у меня сегодня в студии. Большое спасибо тебе, спасибо, Влад. Жеребьевка Кубка университета по мини-футболу у нас пройдет завтра, 17 числа, в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет на телеканале КФУ ТВ и в официальной группе ВКонтакте. Надеюсь, Владислав, ты там тоже, да, будешь. Буду присутствовать там. Да, так что смотрите, друзья, завтра у нас очень много трансляций, все спортивные, все... Надеюсь, с положительным для нас, для всех исходом. Еще раз, Влад, тебе большое спасибо, что спасибо пришел большое к нам. Ну и на этом все. Мы заканчиваем программу «Неделя спорта». Большое спасибо за внимание. Меня зовут Роман Блинсков. Еще увидимся. Пока.